Лохотрон! Мошенница! Агапова мошенница! Пирамида! Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова Агапова. Я являюсь участницей проекта «Всем миром» с 2013 года. Давайте разбираться, почему уже проект работает почти 9 лет, и говорят на него, что это лохотрон, что это пирамида, что без лоха и жизнь плоха. Давайте разбираться. Лохотрон подразумевается какой-то обман. Допустим, Маша отправляет Пете 1 рубль. Хоп. Петя рубль получил. Вася отправляет Пете 10 рублей. Петя 10 рублей получил. То есть один человек отправляет деньги другому человеку, и тот другой их получает. То есть здесь обмана нет. Дальше говорят, у вас нет продукта. Главный продукт – это деньги. Получили деньги – идите, купите колбасы, купите пиво, купите хлеба, купите продуктов, наберите. То есть за деньги мы покупаем продукты. Вы не помогаете детскому фонду, вы деньги гребете себе в карман. А вы уверены? А вы проверяли? А вы смотрели видео тех матерей, чьим деткам мы помогли? Это незаконно. А вы проверяли легальность компании? Я уже сейчас не буду говорить, где она зарегистрирована. Вы можете сами зайти на сайт компании и узнать. А вот ваш проект скоро накроется, а столько людей уже нет на планете. Каждый день люди умирают, каждый день люди рождаются. Человеку, если исполнится 18 лет, он уже может являться участником проекта «Всем миром». Я в проекте с 2013 года и уже 8-й год слышу в свой адрес лохотронщица, мошенница, но мне еще ни один человек не доказал, в чем здесь обман. Только языком бла-бла-бла. Потому что в суть проекта они не вникают. Они просто тупо говорят, лохотрон и все. А мы работаем с 2011 года и еще 100 лет проработаем. На мой век и на век моих детей и внуков хватит. Для адекватных людей, которые уже сегодня хотят разобраться в сути проекта и уже завтра получить свой первый перевод на кошелек, добро пожаловать! Ссылочка под видео.